Игра от создателей депрессивного симулятора кражи еды у престарелых людей. Игра, созданная по мотивам обычной сибирской зимы. Первая в мире игра, имитирующая ГУЛАГ. Встречайте, Frostpunk. Возьмите на себя роль лидера, которому нужно возглавить группу выживших в мире, где немного ухудшилась погода. Как тебе погода, Витёк? Да не нахуй, блядь! Исследуйте окутанный снегом и скованный льдом постапокалипсис, в котором только недавно царила жизнь. Попытайтесь создать комфортные условия для проживания обычных работяг, которые не прочь осудить любое действие своего лидера. Рискните взять на себя серьезную ответственность и попробуйте сохранить жизнь целой нации. Будьте гуманным лидером и дайте людям надежду на выживание. Или станьте кровожадным тираном и дайте работягам пизды. Во Фростпанке вам предстоит копить ресурсы и вести за собой к светлому нефильтрованному будущему последний бастион человечества. Вашей первоочередной задачей в качестве лидера является уход и содержание самой горячей штучки на Земле – генератора. В качестве вождя вам предстоит заставлять мужиков работать на угольной шахте 24 часа. Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Казнить людей для профилактики. Отправлять экспедицию в надежде найти хоть что-то в этом богом забытом месте. Решить вопрос с судьбой беженцев из заснеженных пустошей. И обеспечить людей питательным супом с опилками. В ролях: бойцовский клуб, Бэнкси, печка-буржуйка, крысы, Ате-Ате, Бунд, Ебинград.